Здравствуйте, дорогие друзья автомобилисты. Итак, вопрос от подписчика очередной. Показываю вам, чтобы не было кривотолков. Итак, здравствуйте. Подскажите, как бороться с бликом торпеды на переднем лобовом стекле? Ну, тут дальше расписано, но сам факт. Друзья мои, ну давайте разбираться с этим вопросом. Да, друзья, очень часто на многих автомобилях бликует торпеда на лобовое стекло. Это действительно очень сильно раздражает, особенно если вы это заметили. Но прежде всего, конечно же, ваше стекло должно быть абсолютно чистым. Естественно, изнутри необходимо его вымывать как можно чаще и как можно тщательнее, чтобы стекло было идеально прозрачным. Обычно чистое лобовое ветровое стекло не так бликует. Но есть еще один момент. Очень часто на современных автомобилях применяются специально светлые торпеды. И вот эти светлые торпеды, они очень сильно отражаются в лобовом стекле, даже в чистом. Друзья мои, если у вас такая ситуация, то я рекомендую специальные покупать накидочки. Накидки на торпеды. Есть, продаются на AliExpress, на многие автомобили. Специально на торпеды укладывается такая накидка, она темных тонов, и она вообще никакого блика не дает. То есть, если уж такая ситуация у вас возникает, и действительно это вас очень сильно раздражает, то покупайте специально эту накладку, либо сделайте какой-то коврик темного цвета, то есть любой темный материал, который вы уложите наверх торпеды, уже значительно уменьшит блик в вашем лобовом стекле. Но других вариантов, к сожалению, здесь не придумали. Некоторые рекомендуют в этом случае тонировать стекло, но я вам скажу так, друзья мои, ничего хорошего я не вижу в тонировке переднего лобового ветрового стекла. Я считаю, что это преступление тонировать лобовое ветровое стекло. А тем более во многих странах за это немалые штрафы. Но оно вам, я думаю, не нужно. Да, и, кстати, светлая торпеда в тонированном стекле отражается еще сильнее. Надеюсь, друзья мои, я достаточно понятно вам все объяснил. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, дорогие друзья. Всем пока.